Мы всех приветствуем на канале T-Games и продолжаем проходить Assassin's Creed Unity 8 серия. Rieccoci qui. Non tutti sono così fortunati da poter usare un ponte. A volte gli iniziati restano bloccati nel sistema e dobbiamo mandare qualcuno lì a prenderli. Infatti, uno dei nostri è bloccato in un server della Belle Époque. Se non sei troppo stanco, puoi rientrare nel ponte e prenderlo. Bene, al lavoro, iniziato. Смотри, я же пересматривал, здесь можно в коопе играть с другими ассасинами. Типа их можно найти. Карты, фильтры, нажмите Tab. Энгелы. А я тут на шест бегать. Так я... А мне туда идти, что ли? А я могу пойти? Да. Ты избранная. Что-то он светится справа. Слева теперь. Вот это, да. А это прокол. Вам. Сигнали колокол в этой области. Что ты хочешь? Подожди. Я на всякий случай. Нормально, блин. Мы спокойно вошли, как пошли отключить колокол. Что сделал? Воу, я же на Е. Очков крада 100. Мастер парирования. Когда это мы здоровье повысили до 7 отделений? Чёрт, нас сейчас убьет тот. А. Ладно. Ладно, давай не отключать. Сколько ж там ангелов стоят? Я не знаю, я хотел человека Стали. Взять там, чтобы он за него мне не получал. А, я понял. Нет, он не стоял в толпе. Угу. Типа мы спокойно прошли. Да. А почему-то только когда колокол, типа, заметили. Значит, типа. Нельзя. Колокол. Или они не видят его, потому что он... Я не знаю. Не-не, это колокол. Это просто колокол, и все. А, ну ладно тогда. Сундук, который не забрал, видимо. Ну, красный, я хочу это сейчас. Значит? Его сторожат, мне кажется. Не, его сторожат. Да, его сторожат. Я не хочу. Так подожди, а что нам здесь надо найти? Не знаю, я на... Да. Типа понятно, что зеленое... А, сюда. Ди? Ну, да, пойди. А, вот там. А, смотри! Вот я там. Же это, я же когда... То ли на монтаже пересмотрел, то ли что-то не помню. Мы активировали миссию украсть две чаши из Нотр-Дама. Была второстепенная для одного там чувака. Может, это оно и есть с алтаря, потому что что-то там надо было сделать. Я не знаю, я хочу это делать. Фига! А, фух. Я думал, ты прям... Вон там украсть, да, это здесь. Это здесь. Ну, бля, обязательно... Блин, смотри, они революцию прям внутри устроили. В смысле? Стулья. Ну да, хрен, конечно, упадешь с этим. Опасные ребята. Опасные ребята, мы с нами лучше не связываться. Колокол успел позвать охрану. Ну давай. А, все, теперь исчезло. А, вон вторая. А, все понял. Получили новый ранг ассасина. Надежный ученик. И все, ему не надо их относить. Да, все. Теперь уматываем. Прикольно. Так, смотри, должно быть открытое окно, да? Не, они уже закрыты. Да? Да. Блин. Или я не все открыл? Не-не, они потом закроются. Вы не можете взломать замок без навыка взломщик. Подожди, иди на другое. Не-не, мы не можем. Их прям так заперли? То есть я открыл, а они взяли и заперли?
Ученик взломщика? Не, нам нужен именно взломщик. А он заблокирован, скорее всего, останется. Не знаю, может, ученик может. Может быть. А придется с главного хода выходить, черт. Че, попробуем кооператив с другими ассасинами? Блин, только вот я не знаю, где на карте их-то выбирать. Давай через крышу тогда. Как честно? Да не там, иди до конца, короче, по коридору. А, да, там, забыл. Попробуй как-то, я не знаю. Как-то я не знаю. Блин, он совсем не лезет. Вот. О. Я понимаю, что ты отстал совсем, но ты умел делать много вещей. Черт. Как будто ничего не умеет делать теперь. Сюда. Ну, туда типа. Молодец. Сюда. Да. До крыши. Ты хочешь убить? Да ладно, долетит. Я не знаю, тут где-то думаешь, блин, не долетит, а он долетает прям запросто. Вон там сено. Угу. Я думал ближе. Давай отсюда. Он даже не прыгает. Отсюда на крышу он допрыгнет. Ну, вот отсюда. Вот, вот. Теперь да. Да, уже глаз начинает привыкать, уже, в принципе, видишь, докуда он может. А ему надо было? Че ему надо? Чаши доставить. Не, это просто... там то расследование, да? Да, типа... Ну, миссия, главное. А миссия, главное? А, ну да, там же это, логово там под мостом. Угу. Так что там с коопом? А, да. Маска, что ли? Подожди. Нет, yeah. Нет, иди вниз, туда, туда. А, не. Да не она, нет. Это вдруг? Вот это вот. Какой? Вот это вот. Не. Десятина тамблеров наживы, игроки максимум 2. Играть в общую игру, играть в личную игру. Ну что значит играть в общую игру? Онлайн, мне кажется. Я не хочу. Он просто попробовать, что будет. А, поиск. Блин, слушай, действительно онлайн? Действительно, ну тогда... Тогда ладно. Угу. А то я думал, про что они говорили, вдруг? Чё ты хочешь? А мне сюда вниз. Ну да. Я забыл. Подожди, подойди. Чё он? А, под миссии какие-нибудь у него? Тогда ладно. А, у него совместный прохождение? Сколько здесь? Да, здесь так можно заблудиться, конечно. Столько, блин, ответвлений. А, ну вот ты ещё. Ну, давай сделай. Тогда он с ним болтал, поэтому я ничего не стал. Типа материалы. Зачем тебе домовые бомбы? Не могу. А не знаешь, как они удобные? Только 5. Сумки какие-нибудь, чтобы у него уже больше места было сразу. Подожди, нам лекарь снадобно. Блин, во втором можно было делать быстрее. Призрачный клинок, что там было? Арбалет я увидел. А, нет. У него навыки можно купить? Не, уйди отсюда. Это для коопа. Цвета. Защита головы. Mm.
Стильно. А, фига себе. Блин, смотри, сколько жизни, стоимость. Незаметность. Дальний бой. Ну, такой можно. Какой? Какой там был, подожди. Есть этот. Вот этот. Этот. Не-не, тот типа кожаный. Этот. Этот. Не хочу этот. Этот. Третий. Подожди, ему доступен второй? Чё там со вторым? У нас уже есть этот, этот, и этот, который много стоит. Блин, это круто, конечно. А тут еще есть этот, боже мой, нет. Этот, вот этот кожаный, такой. Нифига. Вот этот. 23 тысячи, смотри, какие цены пошли. Ну, классно. Такой. Такой. Во! 30 флоринов. Вау. 160, хрена себе. Короче, тут такие цены пошли, как на ламбу. Блин. Ладно, идем отсюда. Дай мне. Ай. Может, давай такой это, ему взять, это. Да. Но только незаметность прибавляет, правда. Ладно, да, давай. Не, лучше. Не, не знаю. Раз уж мы зашли, какой ты ему надо? Вот я предлагал вот этот. Это есть? Нет. Вот дурацкий вообще какой-то. Вот стойкость. Типа, давай. Чуть больше. И стоит недорого. Вниз это. У нас есть вот этот. Этот подходит, типа. Есть этот. Прикольно. Деньги у нас нет. Этот. 1100. А у нас сколько денег? А, 3000 с лишним. Фига. Слушай, может, да? Не знаю. Давай еще посмотрим. О, ну это было бы классно. Все же, дорогостоящие пошли, давай наверх. Я хочу посмотреть, какие есть. О, мне нравится. Это тоже неплохо. О. Фига, рыцарь, блин. Типа этот. Ну, подходит под костюм, но подожди, мне сейчас какой-то мне понравился. Вниз. Вот это, а? Не знаю, не очень так понятно. Смотри-ка, какой у него на руке это, защита. Стойкости, блин, много. Это, блин, заметности, это вообще ни хрена. Ну, можно было. Какой там третий, который подходит под капюшон? Этот. Не знаю. Может, на этот? Такой... Давай этот. Если Арно не понравится, мы сменим. Тут этот ближний бой боли. Пошла одна из штук. Они что-то недоступны, которые там были. Или они... они закрыты. Они доступны, эти раз. А что? Подожди, а что тогда не было цены, я не видел? Потому что, может, сюда ушло. На один. Понятно. Нет, этот нет. Взломать.
Да, видишь, сколько стоит. Ну, все равно только стоит. Не знаю, хочешь какой-нибудь. Подожди, мне нравится вот, которая синяя. Которая подходит к... Ага. Это? Ну, давай. Ну, вроде она была, да. Слушай, не помню. Ну да, получается, да. Если этот коту тоже боль подходит. Ну, не знаю. Или уже долго стоит. Чуть-чуть. А, мне понравилась она закрытая, значит. Подожди, это которая там пятая. Да, вот это, видишь, подходит к рукав к этому куртке, типа. Закрыто. Ну давай, давай тогда тоже синюю, но там где-то наверху. Не очень дорогая, наверх. Вот это. Вот это. Ну и что там уже по ногам? Не, давай ноги. Давай ноги, так. НСТУ. Подходит. Да? Без как-то дафорс. Если... Давай возьмем пояс, да. Мало стоит. Этот. Эйга. Ммм. Тут улучшение тебе еще дает. Даст улучшение, да, потому что видишь, сколько сумок. Хочешь это? Угу, давай это, давай. Блин, у нас Assassin's Creed какой-то на Принца Персии сейчас похож будет. Прикольно. А, смотри, даже ботинки меняют. Круто. Комплект. Тут где-то больше шума от падения, где-то меньше. Стоит, кстати, не очень дорого. Можно позволить. Хм. Давайте вот такой. В принципе. Подожди, что там еще есть более подходящий костюм? Было бы вот это, но это закрыто. Подожди, а стандарт у него что там по ботинкам? А, блин, вообще в сапогах, блин, ну, конечно. Ну, тут везде сапоги, но что-то полегче, мне кажется, найти. Надо. Нет, это уже слишком дорого стоит, блин. Это тут такое есть, вот такие, вот такие. Тебе тоже неплохо было. Я думаю, типа, такие или такие. Ну, это сколько еще дают? Шум от падения. Меньше шум от бега тоже. Ну ладно, давай. Эти? Да, давай эти, давай. Хочу еще просто костюм. О, и Альтаир. Альтаир, это... Шей! Шей Кормак. О, Эдвард! Нет. Конор. Требования, задания в разломах Хеликс. Что там по Эцио? Найдите в Париже соответствующий сундук посвященных. Только сундук надо найти? Охренеть. Что-то Эдвард, то, другое, слева что это? Конор? Да, понятно. Да. Я не знаю его. Мастер ассасина в стиле Мак. Не знаю. А это его! Мастер ассасина, завершите все, блин. Идите, спойлер. Ну, последний можно было и посмотреть. Ладно, все, выходим отсюда. Подожди, мы его уже не сможем. У нас... Чё за ужасный меч? Да, ну, у нас столько... А, понятно, у нас эти все шпаги. Фига. А,
внизу меч Альтаира, стопудово. Нет. Может, это вот эти закрыты полностью. Потом могут быть. Моргенштерн. Рапира. Ой, ятаган там, который или какого там. Классная штука была. Позайдон. Так, мы извиняемся за эту маленькую... Длинную. Длинную сессию осмотр достопримечательностей. Тройной? У нас есть, типа. Можем это использовать. Давай. Фига. Да, вообще. Это и было ружье, в принципе. Ладно. Пока, спасибо, мы... Я уже забыл, что мы здесь находились. Подожди, тут сундучок. Ну, да, я качал. Да, сундука не так. Как сундучок. Он снаружи, наверное. Мантливать. Или до него как-то... другим путем просто идти. I don't care. Ну да, давай посмотрим, что здесь вообще просто есть по кругу. Там можно пройти, никуда нельзя пройти. Это он там? Че себе? Я думал, совсем другое место было. Ну, всем привет, мы не виделись полтора месяца. А если реально полтора месяца прошло? I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivera aveva un complice la notte della morte di Della Serra. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto? Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti. Ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato 3 assassini a cercarlo. 2 non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Lo troverò. Sivera ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di Della Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, eh? La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Bene. Assassino, il consiglio ti incarica di andare alla corte dei miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti. E dagli la pace. А, Руа это король? В принципе, если Ре по-итальянски, по-французски, вполне возможно, что король. Один выбыть... Призрачный клинок. Вы... Девца... сейчас попробую на кого-нибудь. Ранга совсем. А, это наша ачивка. Ага, чтобы у нас больше этих было. Банк. Вон, пойдем. А я хочу перед... А что там было за это? Можно куда-то... А, нет, тоже место. Блин. Да, можно, можно, тем можно. Пока, дружище. Мы тебе очень много денег дали. Больше его никто не видел несколько лет.
Тут кое-что для тебя. Но загрузку я видел. А дальше? Куда это приведет? О, щит. Notevole, vero? Oh, che cos'è? Un cimelio della confraternita. Armatura indossata da Tomà de Carneiro. E chi è? Non ho la minima idea di chi sia. Guidò la cattura di Jacques de Molay. Annichilì templari in Europa per oltre un secolo. Un tempo, gli assassini che rendevano grandi servigi alla confraternita e alla Francia avevano l'armatura in dono. Il sigillo che apre la cripta è smarrito da due secoli. Non viene aperta da allora. Immagino che chiamare un fabbro sia fuori questione. Dimmi di questo sigillo. Il sigillo è composto da tre anelli, uno per ciascuna delle porte, ma il sigillo era già rotto da parecchio tempo. I frammenti sono sparsi per tutta Parigi, ma non abbiamo che vaghi indizi su dove si trovino. E se qualcuno li trovasse tutti, direste che ha reso un gran servizio alla confraternita e alla Francia? Suppongo di sì, certo. То есть не только три ключа найти, еще надо частицы ключей искать. А, это мое дело, не бойся, ты со мной никогда не сделаешь, я сделаю. Да ладно, в смысле никогда не сделал. Я понимаю, что в Rogue я не нашел все, или не, в Black Flag. Да, это был Black Flag. Но это потому, что я хотел в Rogue уже сыграть. Нет. Че это такое, сложность понять и следить? Нет. Загадка Нострадамуса. Ладно, оставим дело. А то зависнем, блин. Непонятно насколько. Я хочу костюм Альтаира. Не, нам надо поиграть в первый снудов, если он ужасно медленным не сон. А, тогда он будет на стриме. Пасу. Нет. Нет. Через полчаса, черт. Человек прыгнул. Не знаю, что это. Он хочет респект, но мы не будем ему давать. Может, это чтобы обновить телегу? О. Thank you. Костюм ассасина Эдварда? Что? Эдвард? Кто бы? Кто бы мог подумать, что это здесь? Я просто увидел сон.